Удивительная история создания этого издания, вот этого, вот этой книги. Николай Петрович Христофоров – один из уникальных людей своей эпохи. С начала 20 века до середины 40-х годов жил в поселке Попегай. Большую часть своей жизни работал в поселке Хита. Представилась такая возможность ознакомить детей с фольклором Долган. Книга также предназначена для фольклористов, лингвистов, этнографов, преподавателей родного долганского языка и широкого круга читателей. Какие-то древние времена мужчина каким-то хитрым способом выделывал шкуру, выходил на улицу, там что-то такое сотворял, и приносил уже готовую выделанную шкуру. Я хотел бы поздравить наших сородичей, Долган, с такими прекрасными событиями, с такими действительно уникальными явлениями, которые они сегодня нам представляют, в эти дни представляют. Это очень хорошо у нас. Вот наша ассоциация, она состоит из этнических ассоциаций разных народов. Среди них у нас очень активная ассоциация Долган нашей республики. У нас очень много тесных связей. Вы посмотрите, семьи, которые там переехали сюда, в Якутию, с Таймыра. И наоборот, есть люди, которые переехали из Цанабара на Таймыр. То есть контакты эти продолжаются на всех уровнях. На семейном уровне, на общественном уровне, на научном уровне. И я думаю, что эти контакты будут дальше продолжаться во благо наших народов, во благо наших культур.